Так, ну чё? Добрый день, джентльмены. Добрый. Это ваш автомобиль стоит? Не, не мой. Не, не ваш, да? Ё-моё. Ваш автомобиль, да, сэр. У нас правила парковки. Два колеса на тротуаре, два колеса на проезжей части. А, смотрите, у меня два колеса на тротуаре, два колеса на бордюре. И ноль колес на проезжей части. Сэр, два колеса на проезжей части. И ноль колес на бордюре. Сука, чё он не садится-то нормально? Ты поэтому врачу-то писал, звонил? Чё у нас там, психтесты будет сегодня? Да не мая её, не отвечает на смс. Ага. Можешь лично съездить? Ну, она типа... Ну, важно, я не знаю. Давай сгоняем, пока он чалится. Как тебе прикид-то мой? Красавчик вообще. Адвокат. Я не поверил, что ты адвокат. Конечно. Не, ну с таким прикидом так-то да. Ну чё, цивильный же. Так я ещё вздёрнуть тихо хотел. Слушай, они это самое, такие доверчивые. Я журналист, адвокат. Я тут подумал. Если мы банк брать будем, а чё бы не взять заложников, а потом не притвориться ФБРовцами и сами своих же вытянуть спецназом? Переоденемся и всё. Хорошая идея. Ну, если они реально такие доверчивые. Ну да. Генералом каким притвориться? Да чё, ФБР и всё. Влетаешь такой, говоришь, какой? Слышь, молодой. Давно, что ли, блядь, дороги не патрулировал, сука. И все. Хороший план, нужно обдумать. Я понял, у тебя в таком прикиде бегать не с руки. Да. Тянет все. Надо переодеться уже. А то чувствую себя пижоном каким-то. Богатым. Когда-то был. Так, ну и чё? Слушай, накинь мне десяточку. Стой. Но только если на счёт. Да, да, на счёт. Норм будет. Ты вообще не маленький. Тук-тук. Чё-то, походу, дела нет никого. Так, сейчас погоди, соцсети гляну. Так, сейчас, секунду. Ты же, блядь, этот телефон кривой. Пойдем. Блядь. Ты куда так вырядился? Да адвокатом был у Брувика. Ненадолго. Ну чё, адвокат, садись. Нихуя себе сервис, ну давай. А чё не закрыл ты? Дверь закрой-то.
В смысле, сам закрой. О, сам открыл, сам закрыл. Поехали в этот магазин одежды, заскочим. Мне сумочку надо взять. В хозяйственной или одежде? Не-не, в одежде, в одежде. Я ща. Что-то пошло не так? Да он сознался уже, там адвокат уже не требуется. Больше всего мне нравится, миллион народу всегда кричит, включай стрим, блять, но никто не заходит. Меня это всегда поражало. Так, это... Чё мне надо-то, аксессуары 40 или чё? Или сумка? А, сумка. Ну, АД, ты же не единственный. Просто я имею в виду, я собирался без стрима поиграть. Зачем просить включить стрим, если не заходишь потом? УЗИ сперли, не знаю где. Не, ну, в НРП знаю. А ПРП нет. Так. О, другой разговор. Вот так намного лучше. И привычнее. Да, поехали к ПД ждать его. Привет, Пулинкет. Еще раз. Да полный баг же, или нет? Нет. С хорошим человеком поздороваться можно и 2, и 3 раза, Пулинкет. Ой, блин, у тебя есть наличка? Ща, глянем. 700 забрай, баксов. Забрай, пожалуйста, хоть чуть-чуть. Ага, ща. Управляется, наверное. Или не заправляется. Ну, лучше, лучше уже. Треть бак. Зря я вышел, наверное. На, на. Так-то я полный купил. Что-то ни одной машины нет. Странно. Копов куча, машин нет. Врача нет. Брувика нет. Никого нет. Президент. А, вон он вышел. Ага. Давай тогда в тачку. Даже покурить не успел. Бибикни там ему. Это еще что? А. Ну что, как там в неволе-то жизнь? Да слушай, я прям кайфанул. Полиция просто огонь. Такие еще хочешь? И тупые.
Кажется, ему понравилось. Интересно, они обыскали тех людей, которые там были, качок и все такое? Я не в курсе. Куда едем-то? Поехали к КВУ, ВЛСК. Поставим на отмывку то, что забрали сегодня, и заберем то, что тогда было. Да-да, бабки-то не забрали еще. Спокойной ночи, Куренка. Ёпта! Ну, заебись. Это что за жизнь? А, где? Тебе показалось. Кажется, я слышу копов. И я слышу. Постоянно за нами где-то копы. Это паранойя, наверное. А вот они стоят. На светофоре. Ну ты чё? Дверь-то не закрыл. С ноги по ней. Извините, а Ким Чен Ын дома? Ким Чен Ын. Мужчина, Ким Чен Ын на работе? Алло. Мужик, не спи на посту. Мужчина, Ким Чен Ын не на работе? Кун Лао дома? Джеки Чан? Может, он слепо-глухо-немой? Механик? Может, он уснул от, от усталости? Ха, да. Проби, у тебя есть номер этого... У меня есть. Да, есть. Шмальните ему там что-нибудь, смс-ку. А, ну воробей напишет. Написал? Че, главврача нету? Ты живой. Не-а. Да, здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А Ким Чен Ын дома? Нет еще. Как здорово, что ты понимаешь, о ком я. Обожаю такие моменты. Вот он, неприкрытый расизм. Понял, воробей? Да. Хватит жрать немытыми руками. Внимание, закроют ли копы тачку? Походу нет. Понял. Татуш. Я возьму концерт. День, джентльмены, не знаете, работает мастерская. Давай, да, спокойной ночи. А тебе хорошего сна. Че? Отбой, говорю. Че, уехали? Ага. Вызов какой-то срочный у них.
Сука, только хотел машину угнать. Слышь, воробушек, ты слышал про бразерса? А, нет. А чё? Смотря что. Ну, я слышал, что ну, он работал. Ну, я с ним поговорил возле участка, йоу. А, понятно. Да, да. Видел чё? Да ты ага. В твою тачку залез. Иди жалобу катай. Ну, пускай лазит. А, ну ладно. Что-то они там делают около твоей машины. Номера списывают. Если они сейчас в стороночку отойдут, то габелла. Воробей, отведи их в сторону. Да у нее не получится. Сейчас узнаем. Так, что там за ботва-то с номером? Ну, шо? Ну, я могу такую же продать. Ты вернулся, ну да. Так, 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 так. Там кто-то стоит, авкает, что ли? Подальше, подальше. Да блин. Ну сука. Привет, Чингачкук! Слинкацу вас, дай ты чё? Сенсей, здорово! Здорово, Люка! Нихао! Нихао! Чё? Это, ну, помнишь, как бы, вот, и я пришёл за своим? А тут голос недавно мотался, тут слышно, тут нельзя, полиция что-то видела везде. Да-да-да. Короче, копы искали тебя, как давай. Только ты приехал, они быстренько срулили отсюда. Давай на старом месте. Меня там искали? Давай на старом месте в тот же час. Голосов взял. Надо горелочку у него взять. А у тебя есть воробушек горелочки? С собой две. Я с вот эти 10 штук-то у меня сперли. 5. А, ну нормально. Я вот что думаю. У этого-то механика наверняка в этой синей тачке куча всего валяется. Ну, кстати, есть такая вероятность, да. И, кстати, у тех еще комодрил тоже в этой красной, скорее всего, что-то есть. Это, я с Бразерсом говорил. Давайте кому-нибудь мед подкинем, который у нас есть. И типа продвинем Бразерса по службе. Давай. И будем иметь своего человека в полиции. Я даже знаю, в какую красную машину в форме Жигуленка это сделать. А, красиво, да. То есть он от вас ушел в полицию, а вы его по службе продвигать, да? Так, ты же понимаешь, что по службе он будет продвигаться примерно как ясный истребитель. Так слушай. Это сейчас он в завязке. Ты ему налей случайно. И все, понеслась. Ты же его знаешь. Ну, значит, надо с ним съездить в бар в наш. Зачем? Он вроде же, ну, по-моему, он
Ну, как бы, остался тем же самым Бразерсом, только в коп. Всего лишь. Воробей, у тебя с собой? Чё? Так, ну чё, лызанки иди сюда. Трусы грязные. А, чернота. Не, не с собой. Ну, надо в машине забрать, ты ж понимаешь. Давай, бегом. Ладно, потом... Вот голосит-то вот сейчас ты... Ага. Мы сейчас еще скоро привезем. Вы здесь будете? Ну, конечно, да, всегда чё. Номила только у меня вас, вы нету чё-то пиздите, там понятного номила тут. Тадаки-сан, спасибо большое. Скоро будем. Покурить не дают. Эй, стой, тёлоненький, иди сюда, тёлоненький, стой, подожди. Ёпэте. А, чё, Ким Чен Ын? Тут это колодцы. Колодцы там это... Есть одно дело вот. Какое? Вот и колодцы. А, ага. Всё, иди отсюда. Всё, говорит, иди отсюда. Прям время уже 12 почти, пипец. Даже поиграть не успел толком сегодня. Открывай! Не-не, так в багажнике у меня. Так у меня ещё тоже в парковке. Давай всё одним этим траншем отдадим. Дай-ка горелочку. Ну давай, я тебе передам. Одну. Так поехали вместе, у меня машины-то нету. Он один хер тут будет. Горелочку, говорю, дай. Тебе подожди, сейчас? То, что ты сегодня навозил на этом. Ну ладно, попозже. А, в машине в другой лежит. А, понял. Ну сейчас заодно, сейчас все скомпоную. Странно, что они там возле моего бампера заднего делали. Может, бампер нафиг поменять? Может, они следят за нами? Так, и сразу туда еще этот мед забираю, да? У меня в машине мой лежит. Травка еще есть, ём. Автомобиль не в гараже. В смысле? А где я свою тачку-то оставил? Чуть я не помню. Блять! К полицейскому участку надо. Где-то там. Отвезите так. Меня туда. Подожди, у меня 180 грязных кусков. Надо до этого, до Кунлау довести. Ничего себе. Йоу, президент. Да, в банке уже 200 тысяч белых. Так что если надо будет... Ладно, купить, я сейчас прибегу. Президент. Сильно надо комп. Ну, видюху желательно такую помощнее. Чтобы графику тянуло. Так, надо вспомнить, где я машину оставил, блядь. По-моему, около магазина одежды. Я же когда переодевался, да? В адвоката. Стой, 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 стой. Нет, можно и... да. Стивен Похер работал ли в адвокатской конторе? Действительно есть лицензия? Нет. Документы были липовые. Я играл на 2 гиговой видюхе. Можно, но это же не полная графика будет.
Так. Мы к китайцу едем. Ага. Проедьте на парковку, сэр. Я за что, ты знаешь? Пока нет. Давайте в машине. Окей. Сэр, заглушите двигатель, откройте окно и держите руки на руле. Сэр, заглушите двигатель. Да-да. Ваши документы. Лейтенант полиции Джеффри Хаммингтон. Да, вот, пожалуйста. Север Похер. Стивен Похер. Выйдите, пожалуйста, из машины. Развернитесь ко мне спиной. Стивен Похер, но вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. Все, что будет сказано после данной тяги, будет использовано против... Им ясны ваши права. За что меня задерживают? Вы задержаны за подделку, подозрение в подделке документов. Понял. Можно машину-то хоть в гараж загнать? Никак нет. А вы можете ее загнать в гараж? Ну там брякни меня заки, чтобы он там появился. Окей, все. Ваш автомобиль будет... Заправлен на полицейскую штрафстоянку. Пройдемте за мной в автомобиль. Блять, опять 2000 потом за них платить. Скажи, что я на точке сбора. Товарищ лейтенант, мне отбуксировать машину? И давай сам тоже подкатывай. 34. То мало ли, там меня сейчас на ствол на меня направят. У меня ствол без патронов, ём. Ой, извиняюсь, извиняюсь. Ничего себе, вот это наглость. Это чё, преемник JB, что ли? Блять, надо было меня отпустить просто. Сэр, по-моему... Что-то пошло не так. Да, нормально. Достаточно удобно. Хороший вид, я думаю. Динго 4, сообщайте. Почему рация молчит? Адам 4-2, транспортируем подозреваемого в полицейский департамент. Адам 4-2-10-7. Так, пройдемте за мной, пройдемте со мной. Да. Стивен Похер. Иду, иду. Туда. Не. Спиной. Лицом к стене, ко мне спиной. Линкольн 2, провожу обыск Стивена Похера. Я предъявлял документы, да? Да. Они же меня на первом этаже спросили. Покажите документы, я показал. Потом Бразерс написал, работал ли когда-нибудь Стивен Похер в адвокатской конторе. Я написал, нет.
Документы так, были липовые. Пистолет у вас изымаю до обстоятельств, после чего вы придете к доставщику, он вам все вернет. Надо рацию вырубить. Так, развернитесь. Фотографии. Теперь ты собрался на фул GTA стримить? Нет. Просто недельку вторую решили поиграть и все. Так, богом теперь. Каким? Правым. Отлично. Пройдемте за мной. Прошу, присаживайтесь. Вы извините, я тут. На столик. На стул попрошу вас. Да стул у вас что-то сломанный. Хотите, можете стоять. Ну ладно, посижу на полу, ничего страшного. Итак. Рассказывайте, Стивен. Похер. А что рассказываете? Ну как что? Зачем поделали документы? Кто? Где? Дома, в фотошопе. Хотел покурить в полицейском участке. Думаю, когда мне еще представится такая возможность? Сработало же? Хе-хе-хе. Чем с господином Джорджем Бруевиком встречались? Еще раз повторите вопрос. Зачем с Джорджем Бруевиком встречались? О чем говорили? А, это была личная беседа. Нет, нет, зачем? Это наши личные разговоры. Они никак к делу не относятся. Покурили мы, представили, за жизнь поболтали. Подделали, то есть вы подделали документы только лишь для того, чтобы покурить со своим другом? Ну да, в участке. А чё? Всего лишь, да? Всего лишь, чтобы покурить. Ну да. Когда бы мне еще разрешили? Что-то вы не договариваете, Стивен Похер. Что-то вы не договариваете. В смысле, что может быть прекраснее покурить там, где это нельзя? Тем более на государственной территории. Действительно, прийти к другу, который подозревается и уже сам факт установлен в двух ограблениях и одном ограблении с заложниками в числе гражданских. Просто покурить вы, значит, вошли, да? Конечно. И мы покурили, собственно говоря. Вы понимаете, что за такое вам, Свет, нехилый срок? Ну, она того стоила. Вон, кстати, бычки около стола подберите, а то до сих пор не убрали. Так, господа. Ну, я думаю, 10 сроков, 15 сроков, подделка документов, мышленная, причем. Так, плюс челлендж акцептед, повышение скорости. Курнуть. Давайте в Адам скорее, иди летите на вызов ограбления. Давай, 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 вперед, 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 господа. Время не ждет. Пройдемте, Стивен Похер. Да, конечно. Проходите. Зажжал. Развернитесь ко мне, чтобы я смог снять с вас наручники. Да, конечно, сэр.
Ага, что ж, спасибо. Стивен Покер, на властью данной мне я приговариваю вас к... 10, вернее, к 12 срокам заключения за подделку документов и скрытие с места и угон от полиции. Вам ясны? Вам ясен приговор? Да, да, все понятно. Штанга есть у вас тут? Штанги нет. Ну и ладно. А какой уход от полиции, что-то я не понял. Они как сирену включили, я сразу остановился. Ну ладно, что так, 12 строков, какая разница. Ну что, зато весело было. Представляете, это самое, Игоря, который говорит, вас там ожидает адвокат. Он заходит в комнату допроса, а там, блядь, Шнум стоит. Че, покурим, может, говорю? Нормально, нормально. Но было бы куда круче, если бы он не сознался. Мы их еще бы и вздернули всех. 12 сроков и 12 минут. Один срок, одна минута. Игорь шалел, он думал, тебя повязали, а я всех наебал. На самом деле я всегда останавливаюсь, ну, чисто чтобы РП подкинуть, да, людям, если им скучно в данный момент. Потому что если копам не скучно, они не будут за тобой, ну, ездить. Им это не нужно. Вот. А если они в данный момент за мной поехали и спросили, были ли поддельные документы или нет, значит, у них какой-то определенный застой в участке. Поэтому я сказал, да, подделка, забирайте меня. Ну, что-то они меня быстро нашли просто. Из магазина, бля, вышел только. Машин, точнее, забрал, и все. Кстати, где моя тачка? Надо будет узнать сейчас. Костюм топ был. Да, я зашел, оделся. Сначала думал черный одеть. Черный костюм, белая рубашечка. Потом что-то на белый наткнулся, ну, вот на это, на серенький. Бежевый он такой, светло-бежевый. Думаю, пойду в нем. Так. Черный слишком... Ну да, да, да. Черный он как, я не знаю, похоронный какой-то. Так, сейчас я приду, ребят. Сейчас я на минуточку отбегу. Пока все равно сидим. А выход у меня где-то в 52 минуты он меня, да, где-то посадил. Это значит примерно в 0004. Думаю тоже залететь на пару ивентов. Надо с Илюхой обсудить. Но боюсь хард не выйти. Я никак на SSD не склоню. Но я на харде раньше играл, стримил, нормально было. Так что... Такое. Так, я тут. Копы меня не звали, нет? Я, кстати, заметил, что они не пользуются этой автоматической посадкой на сроки. Потому что когда у тебя срок кончается, тебя на улицу выкидывает.
Соответственно, ни шмотки не забрать, ничего. Ну такое. Не очень. Пам-парам-пам-пам. Хотел сегодня к врачихе заехать. А она не стримит. Вот так. Они перестали из-за передачи шмотания. Удобно и не ПРП. Ну да, да, да. Ну надо хотя бы, я не знаю, блядь, за решетку хотя бы сюда. Просто это сделано для того, чтобы если никого в участке не будет. Это понятно, но... Не знаю, как-то в комнату ожидания в какую-нибудь телепортировал бы хотя бы. Ну, чтобы ты в участке оставался. Да, форма прикольная. Но вообще в КПЗ формы нет. Это больше для федералки функция, если честно. В КПЗ она не особо нужна. Ну, формы я имею в виду. Копов нет ни одного. У них там ограбление какое-то. Пресс виртуально накачан. Так он вообще такой не слабенький-то персонаж. Смотрите, как я сейчас бургер буду смешно есть. Оп. Видали, блядь? У меня даже кошка такое не вытворяет. Оп. Вот так вот. Учитесь. Оп. Обидный завод. Только сел сегодня, открыл премьеры, тут пролетает Дискорд. Ну да. Потому что надо клипы делать. Вот вы клипы не делаете никогда. Ленитесь. Вот поэтому и все потом и пропадает. Ух ты, нихуя. Это что было-то? Чё это взорвалось? Интересно. А сколько мне штрафов, кстати? Ёб твою мать. Норм клипы сложно делать. Да ничего сложного нет. Вон у Игоря сколько лет делают и ничего. Просто всем впадло. Самим же потом смешно это все пересматривать. Я сам могу эти клипы делать, но я делаю одной кнопкой, то есть я не могу их редактировать, когда стримлю. Но инициировать создание клипа я могу одной кнопкой. На стримдеке забиндить просто и все. Твоя машина, возможно, да. Там 600 челиков, а тут 30. Ты про что? Про Red Dead, что ли? Здесь РП, а там говно. Ты не сравнивай самп. Подобие сампа и 5M. Это немножко разные вещи. Я всю неделю устрицей был, пару клипов сделал и уже достижение. А, про клип? Нет, дело не в народе. Люди приучены просто. Потому что раньше был конкурс за лучший клип недели и выдавали валюту. И они привыкли. И они постоянно делают клипы. А здесь вон вчера 250 человек сидело. И чё? Делал кто-нибудь клипы? Нет, не делал. Зачем? Делали, но не то. Ну, это случайно. Кнопку нажимают обычно. Я вообще смотрю в фуллскрине, валяясь на кровати. Аватарчик, ну в том-то и дело. Я же не тебя именно имею в виду. У меня некоторые люди по 14 месяцев подписаны. Уже. Но клипы не делают. Лень. Потому что. Некоторые с мобил сидят. Некоторые также на кровати. Некоторым впадло. Вот в итоге и получается, что вчера был достаточно смешной такой стрим. Из-за Илюши в том числе. А клипов толка нет. А я вот похерил и все, блядь. И даже поржать теперь не получается. Сколько времени-то? 3 минуты мне сидеть, по идее, еще. Можно рацию, кстати, включить. Сейчас она не отвлекает уже.
Па-па-парам. Пам-пам-парам-парам. Пам-пам-парам. Пам-пам-парам-парам. Я 15, но клипы делать не умею, еще и болею. Люциферк, вот что вы начинаете каждый отмазываться? Я говорю в целом, что есть люди, которые смотрят, но клипы не делают. Я же не называю ники определенные. Мелкая еще сидеть? Че? Какая мелкая? О чем ты? Так у тебя ничего не забирали вроде? Ну да, все тут. Чтобы не геморроиться потом. Поэтому они озвучивают, что они забирают. Но не забирают. Потому что это геморрой. А, сколько еще сидеть? Пару минут, по идее. Если они, конечно, в участке кто-нибудь есть. Если нету, то... Наверное, побольше посижу. Скорее всего. Случайно резнулся в больнице. Случайно не бывает, ёпты. Я два раза там случайно резнулся, и ничего. И нормально. Таймер есть, если тебя сажают с таймером. Но с ним неудобно. Он выкидывает на улицу потом. Так. Похер, готов выйти на свободу. Возьми мою тачку, съезди за маской. Она сейчас уже приедет, так что давайте это без меня. Что они там делают-то? Я отъехал. Одевай маску и бегом сюда. Давай, пешочек. Если ты выйдешь из игры, где потом начнешь? Где выйдешь, там начнешь. Я спрошу, не он. Я возле тачки. На ограблении. Так, с запада все чисто. Ок. Выбросьте меня на улицу из ПД. Срок кончился. Копы заняты. Таймер не включали. Потому что сидеть ждать их, блядь, полчаса. Тоже такое себе. РП-РПшечкой, конечно. Да не надо. Что там, подъехала она? Нет. Нет. Медики временно недоступны, пишите в репорт. Ясно. Выпустите меня, блядь, отсюда. Чё, ГМов, кураторов тоже нет, что ли? Ой, блядь. Начинается старая история. Один дежурный всегда должен быть в участке. Всегда. А точно она приедет? А если по промокоду, то да.
промокоду Руина. Может, еще раз вызвать? Воробей, вызови. Только аноним не забудь поставить. Да. Просто, ну это, блядь, я не знаю, это должно уже в привычку входить, что если есть заключенные, блядь, то один должен оставаться. Такси. А иначе какой смысл, блядь? Вот что я сейчас пересиживаю уже сроки? Отстой. Подожди. Я оббегаю. Едет сюда. Бегу. О, блин, там остановился. Выкинули. Спасибо. Ну, Тюрнхау, все там оканути, да? Че это я? Это кто меня, Самсон выкинул? Так, а где моя машина, вопрос? Ну, у нас все то ладно, я посол. Заехала? Не! Так, подожди. А где тачка-то моя? Это нужный нам клиент или нет? Где? Отлично. Вы выпутываете все, что знаете. Ага. Я думаю, никто не обидится, если я ее просто заберу. Раз дежурных у нас нету в участке. На свободе. Мы тут таксистку запрашиваем. Mm-hmm. Тебя забрать? Весело вам там. Не, я на машине. Езжай, короче, к кинотеатру, который на севере находится города. Это где рядом с банком. Да, я понял. Я понял. Я за что там упекли-то? За подделку документов, блядь. Ну ты, конечно, нашел, чем заниматься. Зато покурили в участке. Оно того стоило. Оно того стоило. Я так ему и сказал копу. На месте через 10 секунд. Окей. Мы за кинотеатром за этим. Только не заезжай туда, я стою на куроме этого воробушка. Бывает, я вижу. Ядрить-ка прыгун. Мигаю фарами. А, черт, у меня передние сломаны. Сейчас задним помигаю. Не-не, ты в другую сторону поехал. А, вижу тебя, видимо. Там сейчас кент и воробушек запрашивают таксистку, может она знает, кто это такие. Явно не знает. А, не вижу. Стой. Скажи, что палило. Самый потный Nameless King. Ну, по мне был. Че, она не знает качка и этого черного не знает? А про американца? Nameless King. Где ты стоишь-то? На светофоре. Почему я тебя не вижу? Слепой. Ты фургонишься? Или я долблюсь в глаза просто? А, вижу.
тебя нет эпилепсии? Что, он не видит, как я мигаю? Или видит? Мне кажется, не видит. А, видит. Вот это парковка. Ничего не знает. Я понял. Йоу, ничего не знает он. Так, это. Выбегай. Йоу. Туда, куда я поехал, как машина стояла. Мы тебя заберем на эту тачку. Отпускай ее. Мышь бежит. Президент, дай переоденусь. Вот... Что-то мне подсказывает, что это не к добру мышка это. Куда едем? Слышь, президент, куда едем? Ищем красную девятку. Угу. Это будет нелегко. Определенно. Где она может быть-то хотя бы? Мы уже смотрели около Yellow Jack'а, около полицейского участка, около этого пони, ну клуба этого. Блять! Ёпта! Да, ё-моё, сейчас, мне кажется, копы на меня приедут сюда. Ну тебе не привыкать. А вы ЛСК смотрели? В ЛСК смотрели. Ну давай еще раз туда заедем, посмотрим. Дорно рядом. Мне бы еще тачку какую-нибудь найти. Блядь! Что за хрень-то? Горелка есть? Слушайте, тут около ЛСК это Субару стоит, синяя, механика. Горелка есть? Они не отвечают. Я бы просто посмотрел, что там внутри. У меня есть. Приезжай, взломай. Так, я пойду себе тачку, короче, найду, чтобы быстрее искать эту бунт, кататься по парочкам. Давай.
найти в целом городе одну машину. Это не так просто. Да, ручник здесь дебильный. Так, где они могут быть, в теории? Там они смотрели везде. Везде смотрели. Девятка. Может быть, тюнинг-центр. Если ты там нас ждешь, то президент за рулем, а мы в ВВСК явно не едем. Йоу. Нет, я вас не жду. Да нет, тачка может в гараже стоять, это безусловно. Я имею в виду, если она не стоит, где она может быть? Где у нас Бенни находится? Не около автосалона? Нет. Где-то он рядом там. А это что такое? Продать бутылки. Я просто не помню. Тысячу лет там не был. Да легенда же включена. По-моему, где-то тут недалеко. Я могу ошибаться. Около мото на комбрас во дворе. Минус кошка. Но это автосалон. Бенни тоже во дворе. Только где именно, не помню. Не обменял в случае? Не, не додумался. Не до этого был. Он просто может знать, что это за качок и где его искать. А где у нас Бенни находится, не помните? Под мостом. Еще раз. Под мостом. Под мостом где? Около этого. Блин, Бонни этого вонючего недалеко. Ну там не совсем под мостом. Ну понятно, поищу.
Направо. Хуй его знает, куда направо-то. Нет, я не сам рисовал. Налево? Куда налево? Налево больничка. Да, кстати. Когда я ехал в машине, я слышал... Ты все равно с задержкой не сможешь объяснить. Этот качок мешал следствию, и что его тоже доставить должны были в полицейский участок. То есть с ним как минимум должен был быть разговор. Значит, знает его имя. Возможно. Блин, я тачку найти не могу нормальную. Тут что ли где-то? Бля, тысячу лет в GTA не играл, все забыл. Где что находится? А на пляже никто не смотрел? Я вот Бенни никак найти не могу. А помнишь эту строящийся дом? Кто, я? Да. Нет. Такая высотка, стройка. Не. А, ну города. да, помню, около автосалона. Вот, рядом с ней. Ну. От единорога два квартала налево по карте. Как-то там, йо. Ну да, примерно. Сейчас проверю. Не этот, видимо, да, квартал? Вот он. У Бенни нету. Там, где я и сказал был? Два квартала от единорога. Так, сейчас. Куда бы еще бы съездить? Вот я решил на пляж скататься. А если она в гараже, вы не подумали? Ну, мы ищем же не только машину, но и качка. Там еще был афроамериканец такой. Подожди, ну если он был в Сэнди, значит надо где-то там искать. Афроамериканец такой седой еще, если что. Короче, нужно кого-то оставить возле этого. Возле магазина черного. Блять, долбаный пробел, а? Иди ты в жопу. Надо уезжать отсюда, пока не застрелили. Сейчас никого нету, да? Я поеду, езжу оттуда. Ну, мы только что оттуда. А вы ездили туда? Ну, можно попробовать. У него может стоять машина в гараже, они могут спать.
Да что угодно может быть. Я эту тачку видел, когда президент выходил, она ехала мимо ПД в сторону Сэнди. Значит, там надо где-то искать. Фразер что-нибудь ответил там? Ну, поехали искать, чё. Сэнди Шорс. Если машина доедет живой, конечно. Она уже без фар. У нее максимальная скорость получается. Больше она что-то не разгоняется совсем. Штраф пришел. Да и хер с ним. Так, у таксистов его нету. Я по Сэнди катаюсь. Да через Блайзер ты можно узнать его имя, фамилию, отчество и телефон. Вот так съездите к нему. Так у этого вообще есть его телефон. Ты напишет ему. Воробей, давай в тачку, поехали к Блайзерству. Брайзерс написал, что его сейчас где-то сильно притянули, забрали оружие, ему плохо. Лошара чё? Лучше бы они ему стопку налили. Поехали, Брайзерс, поможем где-то. Сейчас посмотрим там на машинке, покатаемся, посмотрим, что там чудит. Я тоже в Сэнди еду. Окей. Да тут нет ничего. Блин, ну ладно. Я уже вдоль и поперек объездил. Да надо, наверное, все равно спать идти. Че, я в принципе хотел только Игоря вызволить и все. Я играть-то и не собирался дальше. Поэтому надо ехать, наверное, в гараж, да и закругляться. Я, наверное, спать поеду, ребятки. Ага, давай. Ну давай, спокойный. Да, ладно. Да-да, еду в гараж поставить. А, вообще можно тут поставить, на самом деле. Ну, делать нечего. Вот эта езда бессмысленная, поиск непонятно чего, кого. Ну его нахер. Да и время уже, ребят, пол первого.
Если бы движуха какая-то была. А так скучно же кататься. Я понимаю, там война была, ограбление, еще что-нибудь. А так скукота. Так что спасибо за стрим номер 2. Да. Клип гляну, клип гляну. Вот, а завтра с утра, не знаю, будет стрим, не будет. В РДРчик. Или если я не высплюсь, почилить во что-нибудь. Тогда без стрима, скорее всего. Потому что тот же орех никто не смотрит, нет смысла его стримить. Поэтому если я не высплюсь, то стрим не ждите. А, завтра суббота. Завтра, может, какой-нибудь коопчик покатаем. А может, нет. Ну, в общем, счастливо, ребят. Пошел я. Давайте.